Мичуринский парк столицы в эти дни озеленяют необычным способом. Кого-то из жителей это удивило. Семена сеют так называемым методом гидропосева. Со стороны может показаться, что землю поливают зеленой краской, но это не совсем так. В специальной машине смешиваются мульчирующий материал, смесь семян, гидрогель и удобрения. Полученный раствор распыляется по земельному участку под высоким давлением. В этом винегрете заложены семена долголетних и плотно растущих трав. Преимущество этой технологии в том, что при дожде сильном, скажем, семена не вымываются, не съедают птицы. Ну и если содержание гидрогеля находится в этой, то впитывающая влага, гидрогель, она сохраняет и отдает семенам все. Стоит отметить, такой метод посева намного быстрее обычного. Кроме того, как утверждается, он экологически чистый. В составе нет опасных для здоровья химических веществ. Работы по посеву планируется закончить до конца недели. Всего же таким модным способом обустроят более 30 тысяч квадратных метров парка.